Уважаемые друзья, к нам подошел сейчас председатель комитета избирателей Донбасса Хряков Александр Витальевич, пожалуйста. Донбасс. Солдаты Советской Армии, шахтеры, жители Донбасса. Я скажу кратко. Если враг не сдается, врага уничтожают. Так нас учили, так мы учим своих детей. Посмотрите по сторонам. Каких-то полчаса, и эта площадь очищена. Я обращаюсь сейчас к этим крикунам. У вас осталось последние минуты, чтобы сбежать с земли Донецкой, чтобы сбежать с нашей земли русской, к чертовой матери. Хотя мужчины знают, какое первое слово я хотел бы сказать. А теперь так. Виктор Федорович Янукович, мы тебя выбирали. Мы за тебя боролись на избирательных участках и с этой нечистью с 2004 года. Мы держали палаточный городок за Украину без Ющенко. Мы носили и ходили русскими маршами по Донецку. Сколько можно не обращать внимания на наше желание? Дай Беркуту приказ! Дай Беркуту приказ вычистить эту нечисть! И мы поможем подсобим! Ни казачки, ни солдатики наши советские, ни воины наши русские не забыли! Но без своего табельного оружия, записанного в нашем военном билете. А это что ж получается? Нас пугают вилами, кидают гранатами, а мы на это все будем смотреть. Виктор Федорович, принимай решение.